Я доброволец. Сложно, не сложно. Получается вообще? Получается, конечно. Ну, есть сложности, но получается. Стараемся. Есть инструктора, которые нам подсказывают. Что для вас явилось причиной отправиться в добровольческий батальон? Помочь ребятам, которые там воюют и гибнут. Право налево, так точно. Вот это не забываем. Проходит учебную подготовку наш формируемый добровольческий батальон «Тигр», который будет поддержку наших ребят, которые сейчас выполняют специальную войсковую операцию, 155-ю бригаду. Поэтому идет боевое слаживание, идет обучение стрельбы, с левого плеча, что для нас, в общем-то, ново совершенно. Вот, обучают инструктора, каждый проходит эту подготовку по нескольку раз. Это первая неделя. В целом, в течение 30 дней здесь будут отрабатываться различные боевые взаимодействия в составе отделения. Далее будет огневая подготовка с применением артиллерии, ротных минометов. Для того, чтобы уже наш батальон, который формируется по региональному признаку, пришел к своим землякам подготовленным, с тем, чтобы люди знали друг друга, понимали возможности каждого, физиологические, психологические, то есть и поддерживали друг друга там, в районе боевых действий.